А, уже третья тесть. Так вот, из-за памяти я не сказала, кто кем стал в английской адаптации Доки-Доки Прикюа. Надо это рассказать. Так вот, Кьюахарт стал Глиттерхарт. Кьюа Даймонд стала Глиттер Даймонд. Будут ошибки, когда это видео будет на Ютубе, дополню. Кьюа Розетта стал Кьюа Кловер. Кьюа Сворд, я не знаю как. А Кьюа Айс стала Глиттер Айс, я уже говорила, но в русской адаптации она стала Глиттер Туз. Так, тебе продолжаем. Glitter Force. А это мультфильм, я думаю. Аниме! А что это? А, нет! А нет, а нет! Первый канал! Первый канал! Вы забыли про первый канал! Если кто не понял, то у Снайкоса был взлом. Были обзоры на взломы каналов. И там был взлом первого канала в 2006. Не буду это говорить. Вы уже помнили. Вы реакции на прошлую часть. И так вот. Про что я? И он, короче, сказал: а нет, ошибка не выявила. И так далее. Вы можете найти этот ролик на Ютубе. И еще, когда я залью это видео на YouTube, я покажу тайм-код, где он это говорил. И там еще португальская адаптация. А нет, русская адаптация. Странно. Еще видео. А где же первый канал? Гача, Glitter Force, только сравниваю аниме. Наконец-то Гача. И она не сказала про первый канал. Сначала я понял, что, короче, я это забыла сказать, но создатель, кто делал Шеваку один, забыл это сказать. И потом уже первый канал. Ну, вы поняли. Вы можете посмотреть этот момент потом, когда видео выложить на Ютубе. Ну, еще там, ну и вы поняли из одних прошлых частей. И это тоже сделано как бы гача, именно Glitter Force Toki-Toki. И первый канал. Также, когда у них собралась команда, они нашли свое место, они стали собирать специальные, как бы, Это Кьюа-декор. у них были злодеи, которые создавали гигантских штук, как бы злодеев еще как бы. Это, короче говоря, основная концепция Пурикюа, где там показывается разные монстры в разных видов. Ну, например, в первом сезоне было Закена, а в последнем сезоне Ранборг. Же как Акума Бражник и Что за глупый монтаж? Первый канал, смотри, они делают такие глупые монтаж. И, кстати, это очень было смешно, что это странный монтаж. они, когда сражались, у них стирался нос, и они получали за это Взрывался нос. как фишечку. Это Кьюа Декор. И когда ее складывали, надо было собрать все. Кстати, в английской адаптации это вообще называли Глиттер Чарм. Чтобы спасти мир, где как раз звезд Кенди. Кэнди. Это как раз маленькая та. А еще есть поп. Вот это даже сделал нарезку всех нарезок. Цитата топ. Если вы пришли ради нарезок, всех нарезок, то вы по адресу. Вообще это ремиксы.
Если что, это ремиксы. Я это уже говорила. Кстати, был популярный ремикс QA Peace. А еще есть один канал, где я сделал ремиксы по всем QA. И не только QA. Там даже есть от Шамажу до Реми. Кстати, к сожалению, канал закрыт из-за чего-то. И он, и создатель сделал другой аккаунт. Ссылка на этот аккаунт в описании, когда это видео будет выложено на Ютубе. Ну, на этом все. Видео, конечно, получилось очень длинное. С какое-то странное слово при длинное и короткое. То короткое видео стало длинным, а длинное видео стало короткое. Странно. А поэтому в конце держите великую нарезку. Великую. Ску. А, я это знаю, это не нарезка, а ремикс. Это ремикс QA Peace, который был популярен в тех времена.